Люся, куда ты кошеня свой несешь? А красивая у нее кошеня твоя, Люся. Черноморчик, не мешай. Я... Это Люся и Герда. Вот или Герда, или Мада, я их путаю. Черноморчик — это сын Мэри. Люсенька. Я все, конечно, котеек некрасивых не бывает, но у Люси, наверное, самые шикарные. Кто-то может выбрать, кто смотрит ролик. Видите, она несла его, чьи ее, за шкирку. А это Динка пришла, это общая мама для всех. Она всех котят считает своими, всех котят облизывает, кормит, когда есть молоко. Динка не самая добрая кошка, но котятам она добрейшая, именно котятам. Люсенька, куда ты понесла Герду? Боже, куда она понесла? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Она же тяжелая, ты уже не унесешь ее. То ты мучаешь свою дитину. Люська. Это кошеля на раздачу, кстати. Всего четверо таких на раздачу Люсиных. И все серенькие. Отойди, Черномор, не мешай. Не загораживай мне рекламный ролик снимать. Мэри, убери своего сына. Все, Черномор, текай. Мэри, текай. Люся, что ты творишь? Мамаша. Мамаша хорошая она, конечно. Мушка, уйди. Мушка, не надо, отойди. Мушка, это Динкина дочка. Так, ладно, пошли туда. Бедного замучила. Это, подожди, Герда или Магда? Магда. Это Магда, кажется. Коротенькая прогулка, потому что я сейчас на работу бежать уже. Это я их выгуливаю. Потому что кто его знает? Может, они на улице уже никогда не будут, вот в квартире будут жить. Пускай побесится немножко. Пока в детство. Пока есть возможность на улице гулять, пускай гуляют на улице. А там как боженька даст, у кого будет жить, лишь бы хороший человек попался. Ребята, у нас настоящий кошачий рай. Собак, ну как, помогаю там, подкормлю, но вообще не люблю собак. Собаки служат, а коты свободные животные. Я от них благодарности не жду. И служения от них не жду, как собачники, но не люблю собак. Тем более, что они моих котиков обижают. О, сейчас сниму ролик про Жорика. Сейчас пока, все, этот ролик закончен.